Вы думали, все это шутка? Не стоит нам этого ждать? Да тут стреляют, тут убивают. Но шагу не сделаем вспять. Хочу достучаться до многих. Не думай, что война не твоя. Сегодня в ресторане пьешь виски, а завтра пылает Москва. Мы-то свой долг исполняем и грудью стоим за страну. А ваш мне настрой непонятен. Ну, конечно, выше от границ далеко. Историю вы почитаете. Возможно, тогда и придет то осознание жизни и чей вы по факту народ. Вас никто сейчас и не просит идти с автоматами в бой. На это есть бравые парни, которые тут вместе со мной. Нам очень нужна тут поддержка. Любая. Хоть слово, хоть рубль. Мы постоим за Россию. А ты просто нас не забудь.